19 мая по-прежнему день рождения пионерии. И хотя самой всероссийской организации уже 20 лет как не существует, юные ленинцы еще встречаются, например, сегодня на площади Республики. Клятву везде быть первыми сегодня дали ученики городских и районных школ нашей Чувашии. Традицию посвящения в пионеры решили возродить и продолжить в горкоме при КПРФ. На торжественной линейке ребятам завязали красные галстуки пионеры 50-х годов, пожелав достойно пронести это звание по жизни. Мне нравится быть пионеркой. Это очень хорошие ребята. И я тоже пытаюсь становиться все лучше и лучше. Прошло немало лет. Многое поменялось. Изменились взгляды и принципы людей, ну, как известно, новое – это хорошо забытое старое. Так современные школьники оказались продолжателями лучших идей и традиций советских пионеров. Нина Куропаткина, Антон Вовк, Республика.